Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как высчитать любой процент от суммы. Итак, что мы знаем о процентах? То есть процент — это у нас число x от суммы y. То есть, допустим, по десяткам это будет очень легко вычислить. Допустим, это будет 5000 гривен, 10% 500 гривен. 500 гривен умножаете на 10, получаете 5000. Либо же делите наоборот, 5000 делите на 10 и получаете 500. То есть вот так вот высчитывается процент. С десятками проще это делается. Так же само 20%. Это будет 1000 гривен, там 25, тоже еще не так сложно. Но когда будет там 13-14, это уже другое дело. Вот смотрите. Допустим, процент у нас пускай будет 18% от 5000 гривен. Это 900. Вот так вот этот процент вычисляется. То есть это очень сложно, когда это не десятками. Вот зашли на сайт и вычислили очень легко и комфортно, чтобы не заморачиваться, не забивать себе дурным голову. Вот так вот. А чтобы вам было с чего высчитывать, посмотрите эту рекламу. B2B – ювелирная компания, которая существует в Украине с 2018 года, августа месяца. Они принимают депозиты на вклад в серебро и золото, закупка ломом и продажа изделия. Здесь предоставлен выбор выплат. Еженедельно, ежемесячно, раз в 3 месяца, раз в полгода, раз в год. Более-менее будет понятно здесь, как я расписал. Это будет тот процент от той суммы, которую вы вложили. Очень приятно, комфортно, приятные дивиденды, карьерный рост. Ссылка в описании. Ну все, я вам все показал, что хотел. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. И не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Всем пока. Wildin' 'cause I'm young and I'm with G4.